11 августа 2018 года собрались покорять водоем, как говорится, в этом году. Первый раз выезжаем на лиман Хаджибей. Вот, будем попробовать сегодня ловить белого амура, пеленгаса, карпа, карася, что получится. Я буду ловить на удочку, внучка ловить будет на спиннинге. Но беру с собой лыжную палку, потому что обрыв крутой, спускаться надо. Как у нас все получится, сниму, покажу. Но... За съемкой. Да. Рыбаки идут на рыбалку. Внука нет, но есть внучка-рыбачка. Очень хочет поймать рыбу сегодня. Будем сегодня ловить, я буду снимать, как она ловит рыбу. А там что получится, посмотрим дальше. Ну вот мы уже на лимане с Лерочкой. Лера, моя рыбачка, идет впереди. Кому-то Бог дал внука рыбака, мне дал внучку, мою Валерию Ивановну. Вот мы с ней идем ловить рыбу. Лиман встречает нас хорошей погодой. Солнышко, безветренно. Вот посмотрим, что мы поймаем. Ну вот мы прибыли на место. Берега как такового нет. Все под обрывом вода. Вот такой камыш здесь. Глубина какая, еще не знаю. Вот такой лиман. Наша задача потренироваться сегодня на рыбке, потому что, ну вот первая снасть, на которую мы будем пробовать, это пеленга с шариками. Вот такие пенопластовые шарики мы ставим на такую снасть. Сейчас забросим и попробуем поймать пеленгаса. Вот 4 шарика на разную глубину. Вот будем пробовать на такую сначала. Поймаем, покажу. Ну вот Лера моя сделала такую снасть типа фидера, только кормушка тут другая. Вот у нее на одном крючке находится пенопласт, на другом блинчик. Ребенок начинает с блинчика. Вот так. Сейчас вот такая снасть у нас. Сейчас она будет забрасывать, я буду снимать. Что она поймает, посмотрим. Подожди. Можно? Давай. А кольцо? Оплапла. Ай-яй-яй-яй, кольцо забыла. Это очень первая ошибка. Сколько бросала и забыла. Вот хорошо забросила. Все, натяжечку. Ну и посмотрим, что поймаешь, рыбачка моя. Ну, улыбнись в кадр. Молодец. Устанавливай, натяни. Натяжку сделай. Все, как дедушка учил, потихонечку, не спеша. Спешка нам не нужна, надо аккуратно сделать. Хоп. Оставь все. Все. Да. Ну, у меня две снасти. Вот один спиннинг лежит и один поплавочная она, удочка. А справа у меня снасть на спиннинге убийца карася, а слева поплавочная удочка. Один крючок классика. Проверим сейчас, что там есть. О, все склевало. Пока я с тобой занимался, у меня все склевало. Класс. Покажи, как делается. Вот берем вот такой блинчик, не блинчик, но в общем бездрожжевое тесто делает, лепешечки такие наша бабушка. Бабуля. И делаем с них шарики, вот такие, как с теста. Не очень хорошо лепится, в моих фильмах я показывал там. Теперь берем на крючок, пятерочка, вот, и одеваем. Покажи. Девушка, разверни. Что? Одеваем хлебушек наш, вот так получается, как горошина, и забрасываем сейчас. Сейчас будет мастер-класс от деда. Кикать тут не надо. О, все, тут глубина хорошая. Белый амурчик или карась, или карп будет проходить, и, соответственно, если клюнет, то мы поймаем.
Ну а пока все, выключай камеру, будем соблюдать рыбалку. Туда же? Да. Я вам поплавок показываю. Поплавок видишь? Угу. Вот дедушка тут поймал рыбку. А какую даже не знаю. О! Что? Сулингас. Ты же покажи нам. Друзья мои, вот поймали пеленгаса. Класс. На мамовыгу. Дедушка рад. Ну, конечно, рад. Ну, а что это? Какой рыбак не рад, когда ловит рыбу? Вот поймали такого пеленгаса на мамовыгу. Сейчас мы его отпускать будем. С крючочка. Тихо. Лера, он очень колючий. Я боюсь, чтобы тебя не уколол. Колючий? Ну да, у него перо колючее. А ты кинь далеко. А мы его выпустим. А я ж кидала вчера. Ты снимай. Снимаешь? Угу. Опа. Опа. И улетел. Дедушка. Ну вот так мы ловим рыбку. Как поймаем что-то еще, покажем. Выключай. Ну вот моя Валерия поймала рыбку. Тоже пеленгасика. Снимай аккуратненько. Только смотри, не колись. Давай сюда поближе. Поймала Валерия. Аккуратно бери за голову, только не за середину, потому что на середине там колючие эти самые. Да, бери за голову, под жабры. Вот так, вот. Бери, не бойся, зажимай его сильно только. Мамочка. Зажимай сильно. Ну возьми сильно, зажми его. Под жабры. Там, а я ж сказал тебе. Ножки. Во, снимай крючок. Выбрасывай его. Смотришь? Да. Вот такая рыбачка у меня Валерия. Моя внученька любимая. Настоящая рыбачка. Мои руки. Ну, друзья, рыбка клюет. Потренироваться, получить удовольствие. Укололась? Угу. Ну, все мы проходим через это. Ну, все, поймаем дальше, покажем. Видишь? Подожди. Поплавок, видишь, говорю? Угу. С рыбой. Да. Дедушка поймал еще одну рыбу. О! Боже. Вот такого пеленгаса мы еще поймали, да, Лер? Угу. Это уже какой у нас? Почету. Дедушка. Ну так говори. Третий. А? Третий. Вот такой пеленгас. Тебе не больно? Ты же говорил, что там. Вот такой. А видишь, вот где. Угу. Я беру. Вот такой красавец. Ла-ла-ла. Во. Вот поймала еще одного пеленгаса моя внученька. Довольна? Испугалась, когда тащила его, да? Вот такую рыбу она поймала. И тащит ее так упорно, молодец. Я не успел, пока камеру достал, только когда уже вытащил. Ну, вот такой пеленгас. Ловим его, значит, на блинчик с кукурузным. Аккуратно снимай. Удочку ложи. Сама. Только крепко держать надо. Стоять. Снимай. Дедушка слазит. Рыбу двумя руками держать надо. О, все. У нас уже... Да, она хочет уже положить сеточку, пару штук. Оператор уже Лера. Смотрим, как дедушка блиночки. Так, ну вот такой вот блинчик одеваем. Шарик на крючок. Вот так вот получается. Крючочек торчит. Сейчас Валерия будет забрасывать сама. Наша рыбачка. О, вот так, друзья мои. И сейчас она покажет, как она поймает рыбу. Мы будем наблюдать. Включила. Вот
вот Валерия опять вытащила пеленгаса. Внучка моя. Валерия, глянь на меня. Поднимай свою рыбу. Снимай. Тренируйся. У нас тут тренировочный. Ой. На себя подкручивай катушку. Она не крутится. Давай, чуть-чуть подкручивай. К себе рыбу. К себе рыбу подводи. Все, не надо крутить. На берег ее и потом снимать. Или так, давай, подводи. Опа. Во, сама. Ну, есть сетка. Посмотрим, сколько ты наловишь. На сетку. Нет. А? Ложи. Там низ, да? Ложи. Японские горы. Все? Опускай там камни в воду ее. Все. Доброе утро, друзья, всем, кто меня смотрит. Ну что, вот сегодня собираюсь идти на рыбалочку. Время 5:30 утра. Выхожу на Хаджибеевский лиман. Хочу сегодня показать вам кое-какую новиночку. Кто-то не знает, потому что были удивлены мне на даче, когда узнали. Но покажу, расскажу. Сами лучше раз увидеть, чем 100 раз услышать. Ну а пока все, иду на рыбалку. Вот такой на хороший лиман. Выхожу, такое утро. Солнышко еще не встало. Так что вперед за рыбой. Итак, друзья, я уже на месте. Вот забросил спиннинг. Такой вот на убийцу карася снасть. Положил там мамалыгу прыжину и отдел на крючок кукурузку. Посмотрим, что у нас будет. А на удочку я буду ловить сегодня пеленгаса. Вот у меня тут удочка есть, поплавочек. Вот. На что буду ловить пеленгаса? Ну, для кого-то может быть будет новость. Кому-то, может быть, не понравится то, что я расскажу, потому что, ну, это бизнесменам, потому что у них забираешь, может быть, какой-то кусок хлеба, когда открываешь секреты. Им не всегда это нравится. Но хочу сказать, что пеленгас ловится сам на сам, на пеленгаса. Вот я сегодня буду резать пеленгаса на кусочки, одевать его на крючок и буду ловить пеленгаса, как бычка ловят на бычка. То есть режут на кусочки и одевают. Как я буду одевать? Ну, сначала сниму шкуру с пеленгаса, почищу его, а потом на чистое мясо буду одевать крючочки, мясо на крючочки и ловить. Как это у меня получится, я сегодня вам показывать буду. Ну, а пока все, пока не поймаю первую рыбку, начинаю ловить. Да, друзья, что хотел бы еще сказать. Для тех, кто любит поздравствовать, что там нет пеленгаса, он порезал там еще раз что-то, показываю, какую рыбку, вот, пеленгас. Видите, шкура его, то есть я почистил, снимаю с нее шкурку и буду резать мясо, и вот на это филешка буду ловить пеленгаса. Ну, хочу честно сказать, скрывал этот секрет, не буду врать до поры до времени. Ну, а потом, уже когда стало известно, хочу показать, может кто-то хочет попробовать, убедиться сам. Ну, а пока вот такой вот, вот так снимаю. Одевать буду кусочками, небольшими кубиками. Так что увидите, когда будет на крючке. Ну, а пока все. Да, забыл еще сказать. Крючки какие. Крючки ставлю карповые. Ну, вот у меня уже я одел, я уже покажу. Крючки ставлю карповые, пятерочку. Вот такой кусок мяса одеваю. Вот. И забрасываем, сейчас будем забрасывать и будем ловить пеленгас. Извините, но пока не смогу с утра показать, может попозже кто-то с моих подойдет, покажу как. Единственное, только когда буду вытаскивать, могу показать. Установить камеру как-то не получается здесь вот показать, как клюет. Но я думаю, днем еще увидим. Ну вот, друзья, я поймал пеленгаса с мясом во рту.
если вы видите. Будем его сейчас снимать. Вот клюнул на мясо, на свое собственное мясо, мясо пеленгаса. Поэтому можете ловить не обязательно на морского червя, а если поймали одного пеленгаса, порежьте его на кусочки и попробуйте, и удача вас не обойдет. Ну а пока ловлю, сорвался один толстолоб, килограмма на 3 у меня. Оборвал крючок. Хотите верьте или нет, но пока рыбалка такая. Дальше будет видно. Ну вот моя Валерия Ивановна забросила спиннинг на пеленгаса. Где нравится? Подсекла пеленгаса, тащи. Не тянется. Что не тянется? Там, наверное, два сразу. Тихо, тихо, не ломай удочку потихоньку. Ты на леску перекрутила там, как в прошлый раз. Аккуратно, аккуратно, не спеши, подтягивай. Ну да, перекрутила леску. О, два сразу. Ой, я говорил, поэтому и не тянется у тебя. У нее два сразу пеленгаса. Ой, тихо, 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 давай, держу, давай. Тихо, ребята, смотрите. Два пеленгаса вот такая девочка маленькая поймала. Маленькая, большая. И быстро их в садок, чтобы они... Ну, молодец, Валерия Ивановна. Ну ты молодец, по два сразу пеленгаса. Вот это да, вот парни рыба. А покажи, что ты ловишь, где мясо, крючки. Покажи, крючки. Так, парни, вот смотрите, я не вру. Сейчас покажу, крючки с мясом. Видите? Чего мясо, Лера? Пеленгаса. Повтори еще раз, чтобы все слышали. Пеленгаса. Вот так. Вот, ребята, видите, сразу по два. И не надо на морской червяк покупать его по 30 гривен. Вот так. И так же самое в море. Пробуйте и ловите. Возьмите отсюда пеленгаса с лимана. Порежьте мясо и побросайте в море. Убедитесь сами, что будет клевать и кефали у меня, и пеленгас. Открываем секрет. Пробуйте. Будешь ловить? Ну вот, Валерия Ивановна, забрасывай. Так что вставай, забрасывай. Снасть. На пеленгаса. О! Садись на место, делай натяжечку, как дедушка учил. Вот так, мальчишки, смотрите, как девчонка ловит рыбу. Учитесь. И будете настоящими рыбаками. Практика, конечно, нужна. Надо приезжать на лиман и тренироваться. Если стыдно, идите сами где-то уединитесь. Вот как мы уединились. Да уж. И ловим рыбку. Что на нас никто не смотрит, только вы. После того, как мы ее поймаем. Так, посмотрим, как у нас кончик здесь. И когда начнет клевать... Только что дернула, я же держала так сильно. Ты не, не, он сам начнет. Не спеши только. Дай ему хорошо ударить. Может подсечь? Сними наше место такое красивое. В тенечке сидим. Сильно натяжку не давай. Одна, да, спиннинг должен немножко быть расслаблен, чтобы крючочки провисали, и тогда пеленгас более активно клюет. А когда даете натяжку, он тогда менее вот. Активно клюет. Клевало. Ну так расслабь чуть-чуть его и будет клевать. Ну, пока не вижу. Может, ты свое закинешь? Послабь кончик чуть-чуть. Не сильно натягивай. Вот так. Надо дать ему возможность почувствовать. Два сразу. Ну, хорошо, молодец. Я думаю, что так сильно не клюет.
Подергай немножко кончиком, подразни его. Хорош. Опа, Валерия подсекла. Посмотрим, что она взяла, или опять пустая. Но вроде как бы рыбка есть. Не спеши, не спеши, потихоньку. Да, ёх! Слетела. Там на крючке надо поправить. Поправить, правильно. Надо наживку поправлять. Вот молодец, умничка. Так, как у дедушка учил. Опустить немножко леску. Еще опусти чуть-чуть. Опусти, ты не достанешь. Ты же видишь, не достаешь. Значит, опускай, еще опускай, еще опускай. Все. Еще опускай. Не рычи. Вот теперь все. Опа. Видишь, как раз удобно. Это на мясо одевает. Смотрите, как она одевает. Как дед ее учил. 2-3 раза проколоть. Видите, второй раз прокалывает. Вот так. Вот так. Вот так. Так, вторые куски проверь тоже. Опусти вниз. Все. Вот так. Он не должен висеть, он должен быть на крючке, мясо должно быть. Иначе будут ложные поклевки. Все, забрасываешь сама. Хорош. Скобу не забывай. А я больше не забываю. Валерия, сколько тебе лет? 11. Вот 11 лет девочка так ловит пеленгаса, ребят. Давайте посмотрим, может сейчас сразу клюнет. Интересно, когда поклевка заснять. По закону подлости, как снимаешь, ага. Нет поклевки, только выключишь кинокамеру, и сразу начинает поклевка. Была поклевка? Нету, да. Ничего. Нету ничего, пустой спиннинг. Пустой спиннинг, я под прутику вижу. Ты что-то поспешила. Не спеши. Да там было. Ну, если бы он был, он бы бил бы. Ты видишь, где спиннинг? Вот, Валерия вытащила очередного пеленгаса. Не успел, просто не успел, да. Я пока отошел, она кричит, а я не успел. Вот такая рыбачка у меня, внучка. Тренировки проходят летом на каникулах. Как спросят, как ты провела лето, будет рассказывать целый... Лето с дедом ловила рыбу. Дедушка.
Что такое? Сама все, сама, сама, внученька. Зараза! Тихо, не ругаться. А, у нее перекрутился крючок, сейчас я ее помогу. Пауза. Ну вот, видишь? Тяжело. Опа, и яй. Поймал. Вот, на пеленгаша ловит пеленгаша. И у Лерга, смотри, тоже. Тихо. Куда ты так, где? Какая чудовенькая рыбочка моя. В диком мамочке. Мамочке я сказала. Получилось. Ты понял, как профессионал? Молодец! Лера, классная рыба. Крупная такая. Смотри, какую лобаду да вытащила. Что, тебе нравится рыбу ловить? Да. Кто тебя научил? Вот этот вот. Сильняш? Как его зовут? Виктор. А еще? Любимый дедушка. А еще любимая бабушка. Размеры, конечно, у нее больше. О, видишь? Сюда снимать крючка. Ого, она жирная, я даже обкрутить нормально не могу. Жиробас, да. Выше жиробас. Рыбу подними, сними крючок. Куда рыбу выше? Тут она запуталась. Да, думаю. Держишь? Нет, что, держи. Отпускай. Куда кинь? Отпускай, не надо. Держи ее. Жиробас, бас, жиробас. Хорошего. Кто ее словил? А-а. Ты их тоже еще. Вот это да. Ну, покажись. Смотрите. Ебаный ты. Что, тяжело даже держать? Бабушка, у меня даже рука сломала. Ах ты ж, бат, смелец. На рыбу ловим. Дедушки хороший. Жиробас. Так, Лера, ну покажи, как ты умеешь забрасывать. Это серьезно. Ты настоящий рыбачка. Уже хорошая пауза. На поплавок умеет, на спиннинг умеет. Так что не стыдно на рыбалку съездить. Вот такая вот рыбалка у нас сегодня. Не надо? А? Я уже закрыла. А, это ты закрыла. Ну давай, кто первый поймает, или я. В комментариях болейте. Тихо.
подождите. Бабушка не успела снять, как мы, как я снимала. Чего? Там я снимаю. Вот напьянся пеленгаса, ребята. То, что я и говорил. На мне есть, смотри. Меня опять не было. Я сегодня поймала 7 килограмм. Смотрите сами. Ну почти 7, 6 с чем-то. Вот папе расскажешь, как ты рыбачила с дедом. А мы сейчас высыпем, покажем, какая она. На траву сейчас высыпем. Давай вот здесь, сланку бери. Да, это только колводку на нас. Да, чистить, не перечистить. Вот это все поймала Валерия Ивановна. Вот так. Все, выключай. Ну вот и все. На этом закончим нашу рыбалку сегодня, друзья. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До следующих встреч. С вами был сегодня Виктор Коробкин.